Новое видео выходит каждый день в 20:00. Вова, ангел Касада. Заранее хотел бы извиниться за то, что без предупреждения, просто то, что ты сделал, это не поддается никаким описаниям. И я не хотел все вот это вот вываливать на публику, наружу. Ты знаешь, я абсолютно неконфликтный человек. Я не поддерживаю вот эту вот критику на Ютубе, я не поддерживаю никакие разоблачения, абсолютно ничего. Мне кажется, что на самповском Ютубе, да и вообще на Ютубе, не должно быть вот всей этой грязи, вот всех этих разоблачений. Я считаю, что все должны снимать летсплей в сампе, летсплей в Майнкрафте и так далее. Никаких разоблачений, ничего, даже материться. Я считаю, ёпта, блять, нахуй нельзя. Поэтому вот то, что сделал ты, я просто не понимаю. То есть я сначала думал, что, скорее всего, это не ты. Что, возможно, тебя подменили, как Петра Первого при взятии Бастилии. Или там еще кого-нибудь. Но я понял, что это на самом деле ты. Я до сих пор не могу понять, то есть зачем? Вот просто Вова Ангел Касат, зачем? Зачем вот так надо было делать? Я не понимаю. Я на самом деле не по... Вова, ну вот зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Я не понимаю. Все же было нормально, все же и так прекрасно справлялись. И вот тут ты делаешь вот это вот. Зачем? Для чего? Кому от этого стало лучше? Кому от этого стало хуже вообще? Я не понимаю. Что ты хотел этим пока... Что ты хотел этим добиться вообще? Я абсолютно не понимаю, Вова. Вот зачем ты это сделал? Зачем? Я не понимаю. Возможно, это был не ты, возможно, тебя там под дулом пистолета заставили это сделать. Но я в самом деле не понимаю. Зачем? Вова, ну зачем? Вова, зачем ты это сделал? Я не понимаю просто, ну для чего, ну нахуя? Почему ты не мог со мной посоветоваться? Ты что, ты Дэнни Тайсон? Я не понимаю, возможно, ты Майк Тайсон. Потому что ты также не советуешься с людьми, я не знаю, со своими вот этими бро-тишками. Я абсолютно не понимаю, почему? Вот просто, ну, Вова, зачем? Почему? Ангел Касат, я просто не знаю, можно ли к тебе теперь обращаться на ты по имени. Возможно, стоит обращаться только по псевдониму после всего того, вот то, что произошло. Я абсолютно не понимаю, как вот такое возможно, вот то, чтобы делал человек после всего того, что было, вот, вот с этой ситуацией с Луняшей и так далее, вот все вот это вот было там, с Владиславом Под, да со всеми вот эти вот ситуации были там и так далее. Ты же никогда не был в стороне. Тут ты, конечно, тоже не остался в стороне. Но я абсолютно не понимаю, зачем. Вон, ну для чего ты это сделал-то? Я абсолютно не понимаю. Мы же с тобой реально, дружи, как братья были, братья. То есть, я абсолютно не... Ну для чего? Вот для чего? Я не понимаю. Возможно, ты мне в комментариях объяснишь, возможно, еще кто-то объяснит. Но просто я абсолютно не понимаю. Вот этот вот наркоман Сансет был и так далее. Ужас. То есть, освещали реально полезные проблемы, говорили о том, как бы не быть равнодушными, и тут ты не остался равнодушным, получилось все вот так вот. Из-за того, что ты сделал именно вот это вот. Я не понимаю, Вова, ну для чего? Ну вот зачем ты это сделал? Зачем? Вот что изменилось-то в жизни? Я абсолютно не могу понять, Вова. Вова, зачем? Ну нахуя, Вова? Я не понимаю, ангел Касада. Ангел, я не знаю, Касада. Я абсолютно Касада, ангел. Я не знаю, что делать дальше. То есть, я на самом деле, я как об этом узнал, я как об этом только вот услышал, у меня начали просто опускаться руки. То есть, ребят, возможно, вы уже понимаете, о чем я, но я просто, то есть, я не понимаю, вот зачем ты сделал это вот? Ну вот зачем по отношению вот к этому вот человеку? Да даже не к человеку, это не важно. Уже к кому. Ну вот ты сделал это и получилось вот то, зачем? Я абсолютно не понимаю, ну нахуя надо было так делать-то, а? Ну то есть, неужели нельзя было там написать мне, написать Эмпайру, еще кому-то? Мы у Эмпайра возьмем непосредственно комментарий насчет всей этой ситуации. То есть, Эмпайр тоже был твоим другом, вот твоим бро-тишкой. Я не понимаю, бро. Бро, я не знаю, можно ли тебя так называть после всего того, вот что произошло. Я не понимаю. Зачем? Для чего? То есть тебя Сансет вот этот пытался разоблачить, я его ролики вот без монтажа заливал, а тут ты вот такое сделал. И я вообще кому такая вот идея могла прийти вообще в голову, ну разве что тебе, для того, чтобы сделать вот это вот. Я не понимаю, Вова, для чего, я просто после такого всего вот этого, вот то, что ты вот там вот сделал, того, что ты там провернул и так далее, вот, и того, что из этого получилось, вот после всего того, что вот ты сделал, вот, даже не в том ролике, даже
даже не в том вот эпизоде, не в том шоу. Вот после того, что ты вот все это сделал, я абсолютно не знаю, сможем ли мы оставаться друзьями, да и хорошими друзьями, братьями, можно сказать, мы были с тобой. А после этого я абсолютно не знаю, для чего, зачем. То есть вот так вот делать, вот просто вот это вот, вот так вот делать, для чего, зачем, я абсолютно не понимаю. Зачем вот ты это сделал-то, Вова? Ну в самом деле, ну как такое возможно было сделать-то? Я абсолютно не... Возможно, я чего-то не понимаю, или Вова, возможно, чего-то не... Возможно, вы чего-то сейчас не понимаете, смотря этот ролик. Но знающие люди-то все поняли. Я не понимаю... Блять, господи, я просто не знаю, то есть... Все вот эти вот ситуации, вот Данил Герреро, вот это Луняша и так далее, вот Владислав Павлов. То есть, и тут вот такое происходит, и тут вот ты поступаешь вот так вот. Просто зачем? Вов, ты можешь ответить нам вот всем, зачем ты это сделал? Для чего ты это сделал? Зачем? Нахуя? Я просто не понимаю, Вов, ну нахуя ты вот это вот сделал-то все, а? Ну все же было нормально, все же дружили в мирном коллективе, ты сделал вот это вот, и получилось все вот так вот. Как бы мы не хотели, чтобы это вот получилось именно вот так вот. И вот это вообще непонятно, что такое. Я в самом деле не могу понять, что это, блядь, такое. Вов, я абсолютно не понимаю, Владимир... Владимир, ну я просто не... Зачем вот надо было так делать-то, я не знаю. Ну что происходит вообще в нашем мире? Я абсолютно не понимаю, что вот такое делается-то. Я не могу понять. Я абсолютно не могу понять, вот как вообще такое все происходит. И почему это все вообще происходит. Неужели вот такое может быть в 2019 году? Я не понимаю, уже и прожили 2017 и 2018 год, а тут в 2019 году вот так все получается. Зачем, для кого и нахуя, я абсолютно не понимаю. Ну я в самом деле, я абсолютно не понимаю, вот, Вов, ну зачем ты это сделал? Вот просто скажи нам, зачем ты здесь, тебе станет легче, Вов. Ну я не могу понять, нахуя ты это сделал-то, а? Вот я абсолютно не могу понять. В общем, и вы можете подумать, что я один вот после всего того, что сделал Ангел Касада, сделал вот это вот этот ролик и высказал вот то все, то, что хотел высказать тогда. Нет, я не один такой, я взял, так сказать, голосовое сообщение, так сказать, независимую экспертизу у независимого эксперта Эмпайра, Эмпл Райна, можно даже сказать, человека, который живет в одном городе вот с этим самым Вовой Ангелом Касада, и он даст свой непосредственно авторитетный, неподкупный, хотя это у меня. То есть он просто даст свой комментарий по поводу всей этой ситуации. И я думаю, что мы на этом уже закончим всю эту тему, потому что, ну это абсолютно уже не смешно, блять, ну что происходит-то нахуй такое, не, можно было хотя бы меня предупредить, что все вот так вот получится после всего того. Ну как такое вообще может быть-то, а? Я не понимаю. В общем, ладно, слово достается другу Ангела Касада, возможно, даже бро Тишке Ангела Касада, Эмпайру. Эмпайр, давай говори, все как было, все как есть. Блин, как он мог такое сделать? Блин, я его столько уже знаю, мы с ним год, типа, одна кровь, одна бровь, и он так поступил. Это просто пиздец, это Данил. Ну, я не знаю, что сказать про него вообще больше. Ну, вообще, типа, это... Блять, просто человеку доверял, а он вот так поступил.